We were able to spend time with Ms. Greiner, talk to her, ask her about her welfare, and she confirms that she is doing okay and as well as can be expected under these circumstances. Позиция защиты вовсе не заключается в том, что Бритни было разрешено ввозить в Российскую Федерацию какие-либо запрещенные вещества. Мы продолжаем настаивать на том, что она по неосмотрительности, в спешке, собрав чемодан, не обратила внимания на то, что вещества, разрешенные для использования в США, оказались в этом чемодане и приехали в Российскую Федерацию. Она это сделала неумышленно. Мы лишь хотим при помощи, в том числе, приглашенного эксперта, показать суду, что она даже на территории США, где это разрешено, она употребляла эти вещества эпизодически по назначению врача, строго в медицинских целях для снятия болевого синдрома.